Привет, меня зовут Самар, и сегодня я расскажу, как мы ездили на вулкан Агунг. Вулкан Агунг — это один из вулканов Бали, который как раз в наш визит решил вдруг немножко поизвергаться. Естественно, в новостях это все раздули до уровня ололо катастрофы, но на самом деле выглядело это... Сейчас увидите как. Сегодня у нас эпический квест. Мы встали 2 часа ночи, чтобы проехать сейчас 70 с копейками километров по ночному Бали и посмотреть на рассвет над вулканом Агунг, который как раз сейчас извергается. Я надеюсь, что будет не сильно тучно, мы вот такие увидим. Но перед этим, как я уже говорил, еще 70 километров по ночной трассе. Час езды, полет нормальный, правда, что такое круглосуточные заправки, здесь, походу, не слышали. У нас, конечно, есть еще бензинчик километров на 20, но уже пора что-то присматривать. А так, ночь, дождь, трасса, люди ездят. 4:30 утра, едем дальше. А вот и он, извергающийся вулкан Агунг. А нам предстоит очень интересная дорога к святилищу Лэмпуян. А пока что вулкан. А вот таких ступенек здесь вроде бы 2000 с чем-то. Здесь вдоль них расположен комплекс храмов. Поднимается почти на вершину горы. Но мы туда не пойдем, потому что зачем? Но до самого Пур Лэмпуянга все-таки поднимемся. Справа открывается очень клевый вид на остров, но отсюда его там даже немножко видно. Ну, в общем, извергающийся вулкан Агунг выглядит вот так. Вот оно извержение, вот он дымит. Это, конечно, уже не самое активное извержение, там, говорят, уже обвалился частично кратер, поэтому он дымит меньше, чем дымил первые дни. Смотрится неплохо. А вот там слева уже океан. Индийский. А снизу заходят на фоточки в позе йоги очередные туристы. Посмотрите налево, вы видите Индийский океан. Посмотрите направо, вы видите... Это и спасает, потому что буквально пару километров назад это было еще и под углом. Вроде были гораздо круче этих. Мне кажется, повторяю, да? Вот так вот я выходил. Ну, мы сделали это. Где-то 150 километров по дорогам. Бали, теперь у меня болит правая рука. Я разогнал байк до 95-100 км в час. Правда, это было всего секунд на 5, но это было весело. Я понял, что не так страшен балийский трафик, как когда ты пешеход. Ну и, в принципе, норм. Норм. То есть 150 км в одну сторону, а на две стороны. Если нормально чувствую, сейчас посправляю. Вот как-то так извергался вулкан Агунг. Кстати, спустя неделю после нашего отъезда с Бали он таки извергся, таки нормально, но это тоже мало кто заметил. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следующее видео будет снова с Бали.